И последнее. Более 20 творческих коллективов Мирнинского района подтвердили свой статус. Они успешно защитили звания народных и образцовых ансамблей. Выступление артистов оценивала специальная аттестационная комиссия из Якутска. В профессионализме мирнинских коллективов убедилась Августа Степанова. Много лет назад всеми любимой танцевальной группе присвоено звание народного коллектива. Согласно установленному положению, подтверждать звание необходимо каждые 3 года. Экзамен принимала специальная комиссия из Якутска. Свой профессионализм показали и другие коллективы. Более 20 народных ансамблей района. Требования к коллективам у всех разные. Театральные коллективы показывают спектакли, постановки различные, хореографические, хоровые, фольклорные коллективы, концертные программы по жанрам. Среди претендентов на звание народного ансамбля якутской песни «ЕИ» бессменный руководитель коллектива Тамара Рыбникова. Многие участники ансамбля поют уже по 15-20 лет. Нашему коллективу в следующем году исполнится 25 лет, и мы считаем, что раз мы участвуем во всех крупных масштабных мероприятиях, районных, республиканских, то мы имеем полное право и полный потенциал, возможность получить это звание. Мирнинские коллективы достойно прошли испытательные экзамены. Все они вновь доказали свой профессионализм, остались в статусе народных. Ну а коллектив ЕИ вердикт комиссии узнает только в конце месяца. Августа Степанова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».